Запись пошла. Итак, добрый, что-то там, уважаемые телезрители, у кого что. Гутенаб. Guten Abend, Guten Nacht, Guten Morgen. Вот. Сегодня мы будем смотреть игру Иза против Алекса. Всеми Давай включать уважаемого ее быстро. человека. Да, ну вот, в общем, мы будем запускать игру с Ирбой и потом по ходу обсуждать. Значит, на счет 3 давай. Раз, два, три. Все, игра стартует и запишет окей, Дубль континуур, не знаю, четвертый. что это, дубль, неважно какой. Вот. Ну и, в общем, начинается игра. Это у нас Лига. американская лига, да, которую проводит Unbreakable, Unbreak. Вместе с ИТ, которая IT. Вместе IT, да. Та же И... компания, которая делает под Кого американскую лигу. делает? Под. Вы не А, подумайте, Лигу Пот. под это не травка. Знаешь, под это травка на Нет, не знаю. американском. Не Это знаю. аббревиатура, типа что-то там как-то расшифровывается, но не травка. Но... Травка хоть нормальная или дурь? Ганжа. Ганжа? А, ну да, понятно. Все ганжа. Говорит О, Terrible Алекс. Terrible kill. Kill. Только я смотрел почему-то от лица Аиза, но это все равно было terrible. Так, ну, вообще, ладно, Это будем непосредственно красиво. по игре. 1-1. Да, 1-1. Алекс с классной моделькой Sex and Booty. Видимо, он хочет Смотри, сказать, кто что в он там спектр слишком... висит. Spectate. Так, Hi Girl, не знаю, кто такая. Big Daddy, Это какие-то Муми, заумные маме. ники. Маме. Маме, а не А, у тебя Хос. же real names. Тогда ты Не, я рассказывай. просто знаю. Биг Дэдди Рассказывай это тогда. Херм. Ну, расскажи тогда немножко, кто в спектаторах сидит. Потому что лично у Флэр меня Real какой-то Names нету. Мансон, не знаю, кто это. Джуниор, он сейчас в АГТ, болгарин. Филатрос это Миа Мигом на Аргентина. Чилорио это, по-моему, что-то там, тоже какая-то Латинская Америка. Ну, И латино у нас не мистер слишком Сайентист. сильно. Но это не важно, Мистер главное, что Сайентист. Алекс всех Да, убивает. Алекс уже он 2-1 ведет. Ой, фраг с арбалета. Он уже набирает обороты, я смотрю, по скорости. Будет, видимо, безумная игра. Так. Пока Алекс тут отжирается, летает по карте. Иза у нас находится... Ну, в принципе, делает то же самое. Да, только Алекс Вот. его сейчас И убьет. сейчас будет стычка. Ай, О, Алекс не промазал. попал. Промазал. Подстволка. Зима. Пытается догнать. Врезается в стенку. Ну да, Оба это наш тупят, оба Алекс. тупят. Обе Вообще. тупят. Тот упал Видимо... на центре. Видимо, И Алекс напряжение врезал. сильное. Два не слабых игрока. Опять в столб. О, Ой-ой-ой, словил спало. рокет. Ну все, Подстолка. атака Нет, отошел. оборвалась. Отошел. Теперь Изо Интересно, вот догоняет Алекса. попал фазумом. Подстолка, а Иза все равно берет вверх. Алекс появляется рядом. Может быть, сейчас будет стычка опять. Слышал Слышишь, как он в будто. секретке, да. Алекс кидает подстволку. Опа, Иза Изо пытается его схавал прострелить, а подстрел. ничего. Смайлики. И Алекс все-таки его убивает, хотя тут, видимо, повезло ему очень. Подстволочки. Опасный А, нету момент. больше подстволки. Изо убежал. Ай-яй-яй, догоняет, догоняет. Смотри, что творит. Что Да-да, творит? не Что попал, не творит? попал. Не попал. Сейчас опять будет что-то тут. А все, Изо Подстволка в убежал. никуда. Иза убежал, Алекс. Алекс все равно, смотри, гонится за ним. Слепджамами. Слим, да? Ну тут такие слеп... Ой, какой Ой-ой-ой. хэдшот. Ну Хэдшот, просто просто класс. хэдшот. Изо Ну и пишет. Иза сразу. Шуа, сразу. Это значит, что Шура, он уже что ты творишь? нервничает. Это я знаю. Конечно, типа. Он... Да, конечно. Это всегда. Это же Алекс, да, он постоянно такое вешает. Так. Сакурерис. Кстати, Верба, расскажи мне, пожалуйста, почему Иза находился долго АФК? Ты не знаешь, он, по-моему, Он около целый год полугода не играл, играл. типа. А, не, да, он, короче. А, не, да, понял, какой ответ. Он жил в общаге где-то у себя там в Германии, и Ага. у него не было нормального инета. Он Вообще, переезжал походу, нет. учиться, наверное, да? И он год вообще был без АГ, да. А потом А. вернулся и в форме так начал Алекс зашибать. чудит, смотри, с пылесосом. Уборочка наметилась Ловит у Алекса. рокет. Опять ловит Гаусс уже. Сколько же у него там жизни? Столько Ну, вилы, все живой еще.
Так, опа, готовить засаду, Алекс, смотри. Да, сейчас, наверное, под стволочкой, я так видел уже, мойки под стволочкой словят сейчас просто Так, на арморов. выходим, Он выходим. увидел его, увидел, летит Изо и... И просто в Па! цель, хорош. Это очень Terrible. хороший фраг. Terrible. Что Монстр творить? килл уже, монстр килл просто. Не, ну с подсолочкой четко вообще. Иза Да. расслабил буки, думал, все, Да, короче, такое чувака нет. впечатление, что просто Изо уже играет под дудочку Алекса. Он Джинры пишет Mad Skills. Да, действительно, этих игроков хороший уровень игры. Даже можно сказать, один из лучших. Топовый. Топовый, топовый, да. Элит. Что говорит? Элитные серии чемпионата по буткемпу. Смотри, стыковка на центре. Ой, смотри, И вверх пылесос. берет опять Алекс. Три подстолки, спам против пылесоса. Спам решает. Угадал. Как говорит, лапка, Ты 10 смотри, как подстолка не аккуратно заметит играет ничто. Алекс, да? Зашел за стену, Да. знал, что его могут застрелить, и быстренько вышел. Хорош, хорош. Опять стыковка на бридже, прострел и... Опа, попал. Еще респ килл, уже счет Ой, 9-3. еще один раз, отлично, шара. Еще, Еще один, еще? давай, Где? Алекс. Следующий раз. А, нет, что-то обычно, когда убиваешь Хрена. на сту чувака, он где-то Еще на появляется в арбалете? этом. В боу, да, на автомате. То есть А, я надо понял. срочно в Ну, эту короче, арию рядом. бежать. А, очень часто. Потом начинается, типа, что такое 5 раз подряд? Ну да. Просто надо Так, тут быть опасно для рефлексивным. Алекса, смотри. Он слепжемп выходит и... Так, Алекс, прострели. Будь добр. Тут Блин, что она не непонятно что. прострелила? Не попадают никто. Опять спам. Затишье. Зажигу в Ну и себя, что? Иза, Кто кого? давай. Алекс решил посмеяться или как? Да Оба гонит Иза, косят. сколько стреляет. Make it Вот. off. Я уверен, Иза, make it off. О, у меня, походу, с опозданием идет демка на секунду. Какое у тебя секунда? 31-я, 30-я. А, у меня 26-я. Беспредел вообще. 22-я, Ой, 20-я. что творить? Что творить? Вообще, Да, Алекс все. просто убивает. Морально 0, 12-3. Всего лишь 13-я 12-3. минута игры. Опять, смотри, сейчас словит его. Нет, он на РПГ. Слышит, слышит его, И... слышит. Ай-яй, сейчас может быть очень опасно для Алекса. О, боже, он разбивается. Terrible. Terrible. Ай, вообще, да Ну, а ёптель. Алекс это в своем репертуаре. Так Что-то вообще... распрыжечка запнулась. Не попадал, не попадал. Тут у него рокет и вау. Все. Опять они сейчас рядом будут. Нет, Внизу до сих пор не разбежались. пугался. О, А вот наконец-то. баррелс, стыковочка у нас. Попал арбалет один. Второй хорош, по-моему, Оп. там даже хедшот был. Жалко, что не видно зум. Ай-яй-яй. Как Зум не красиво. видно, жалко. Да, вот единственное, что мне и, наверное, всем не нравится в HLTV, это то, что на арбалете просто не видно, когда человек зумит. И А мне это... нормально, мне наоборот нравится. Ну, знаешь, но как-то, мне кажется, немного портит красоту фрага. Ну Потому что да, в так... зуме было бы так четко, хедшот сейчас Да, вот увидел. и еще знаешь, когда именно в зуме наводятся, то есть видно, как человек все делает. Очень интересно. Это Так, мне Иза. кажется, или Алекс прослушал. По-моему, Алекс прослушал, где Иза, и Иза просто улетел. А нет, здесь еще. О, фраг от Изу. Алекс получил в башню. Звучка не туда. Как ты вообще расцениваешь силу Алекса на буткемпе против каких-нибудь вообще мега-грандов на этой карте? Шак, Гарпи, Вортекс, там старых именно олдскил, или новых, там Райвекс, кто еще там? Тот же Райвекса Спайдер, выиграть. да. Да. Ну, я считаю, что он может выиграть всех. Просто зависит от которую тактику он выберет. Против сильных игроков такая вот аркада не очень катит. Да. Надо более аккуратно играть, да. Ты считаешь, что выиграть может абсолютно всех? Ну, это Конечно. в зависимости, наверное, уже, по сути, от настроения, от морали. Да, много факторов. А тем временем мы пропустили небольшой текст от Изу, который писал, что да, это все shit. Ай-яй-яй!